Всем привет, с вами Геопросветитель. В этом выпуске я расскажу о войне, которая началась из-за футбола. Также ее называют футбольной войной. Конфликт разразился между странами Центральной Америки, а именно Гондурасом и Сальвадором. Как все знают, страны Центральной и Южной Америки имеют огромную любовь к футболу, да такую, что ради него фанаты способны устроить войну. Сальвадор был меньше Гондураса в 5 раз, но разве и поэтому там жило больше людей? Сальвадорцы имели свои фермерские поселения, и их стало настолько много, что некоторым фермерам пришлось перебираться в соседний Гондурас, чтобы продолжить там свою деятельность. Ну а в Гондурасе играли выборы, на которых победил ультраправый, а уже вскоре и диктатор. Он не смог собладать страной, и гондурасцы начали спрашивать его, а почему у нас собственная экономика на дне? Естественно, царек не будет признавать в этом своей вины, и он сочел рациональным скинуть вину на другого, а точнее на других. И эти другие стали сальвадорские фермеры, якобы они крадут землю, не давая гондурасским фермерам вести свою деятельность, а также будто они воруют чужие рабочие места, а зарплату увозят в Сальвадор, и поэтому там развитая экономика, промышленные и агросектора. К сожалению, гондурасцы поверили во всю эту чушь, да вот просто если бы поверили, но нет. Они начали избивать и, мягко говоря, наказывать сальвадорских эмигрантов, надеясь, что после этого наступит расцвет Гондураса и из этой страны... Он будет похож на эту, за пару недель. Но война произошла не из-за этого, это просто было первым семенем в огород конфликта. Наступает 1970 год, активно проходят футбольные матчи на отборных чемпионат мира. Обе страны победили в своих турнирных сетках и намечается финальный матч в плей-офф между Гондурасом и Сальвадором. Чья же сборная поедет на чемпионат мира? Ответ после трех игр. Ну что ж, началась первая из трех и проходила она в столице Гондураса Тегусигальпе. Чтобы понизить моральный дух соперника, болельщики Гондураса пришли и стояли у отеля сборной Сальвадора и кричали и шумели под ним, дабы те были уставшими на матче. Измотанные сальвадорцы, естественно, проигрывают игру со счетом 1-0. Но наступает вторая игра, которая уже проходит в столице Сальвадора, в Сан-Сальвадоре. Не ожидали? Но в этот раз сальвадорцы уже сделали то же, что и гондурасы. Шумели и кричали под отелем, где остановилась сборная Гондураса. По всему городу висели афиши матча и флаги Гондураса и Сальвадора. Но сальвадорцы на следующий день вместо флага противника повесили грязную мокрую тряпку. Nice. Сработало это или нет, но в этот раз сальвадорцы победили со счетом 3-0. Но гондурасцы были обижены этим, и они решили выплеснуть все свое зло на тех же сальвадорских фермеров, только еще сильнее. Я вообще удивлен, почему они в Гондурасе остались до тех пор. Приблизился финальный матч в Мексике, который, по идее, должен был все решить. Судьба злодейка распорядилась, что Сальвадор поедет на чемпионат мира, потому что игра закончилась со счетом 2-3. И это стало последней каплей для гондурасов, и они начали вообще чуть ли не геноцид устраивать сальвадорским поселенцам. Я до сих пор не понимаю, что они там до сих пор делали. И вот это стало последней каплей для сальвадорцев, и они объявили войну Гондурасу, предварительно разорвав с ними все дипломатические отношения и связи. Начался первый день войны и резко, и сальвадорцы с воздуха уничтожили все будущие точки снабжения гондурасской армии, включая и их международный аэропорт, тем самым не давая возможность Гондурасу наносить ответ с воздуха. На второй день армия, объявившая войну, начала уже наземное наступление, практически дойдя уже до столицы Гондураса, и тут уже ОАК, Организация Американских Государств, самые могущественные из которых США, Мексика, Бразилия и Аргентина, попросили Сальвадор о прекращении войны по причине того, что им, видите ли, это не понравилось. Сальвадор согласился, но при одном очень занимательном условии. Пусть гондурасы покончат с тем, что они тупые. Конфликт, как ни странно, не урегулировался, и война продолжилась. Третий день. Гондурас начал давать отпор при помощи соседней страны Никарагуа, на территории которой они совершили военный налет на военные базы и точки снабжения Сальвадора, остановив наступление на себя. На четвертый день Сальвадор понял, что война ничего не решит, и это плохо, и решил закончить войну. Вот так раз взял и объявил войну, потом захотел и закончил, но справедливости ради на данное решение Сальвадора его сподвигнула ОАГ, сказав, что предоставит безопасность сальвадорским фермерам, если он прекратит войну. Черт возьми, не понимаю, как они там еще во время войны оставались.
Однако в этой войне нет ничего смешного. Она забрала 6 тысяч жизней и сделала 15 тысяч людей ранеными всего за 100 часов, тем самым еще и опустив экономики двух стран на низшее дно. Кстати, Сальвадор сразу выбил с чемпионата мира, проиграв первых 3 матча. Ну а прощаться с вами не хочу пожелать удачи. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите лайк, подпишитесь на канал и напишите комментарий, какой же я наглый. Пока!